Ну, вот, допустим, как будто все это всерьез. Вот так вот, всерьез, Кисичу. Уйдем и не вернемся. Подонки! Помолчать! Играйте давай! Бессовестно сидишь здесь, фигуристка! Провал идет! Вы Майдан готовите! Я не вернусь. Мы выйдем только, чтобы вас не было здесь в Думе! Так говорил глава ЛДПР. Кидал в сердцах стакан, разлив при этом воду. Закрылась дверь. Тогда молчать, нужно сидеть. Лидер партии выступает. И как, скажите мне, теперь вернуть ЛДПР осиротевшему народу? А нам противно с вами в одном зале быть, в одной стране быть с вами. Не потерять бы в сентябре ее одну. Заветную. Не по себе. Вы не партия, вы преступники. Без либеральных демократов нам. Преступники вы все. И сердце пополам. Пощады печень просит ЛДПР. Вся Единая Россия и весь ваш фронт преступники. Без вас не дума, а беда. Скорей верните, господа, нам заседать всю осень. Не потерять бы в сентябре ЛДПР заветную. Не потерять бы в сентябре. Ладно, успокойтесь, нормально, все, в пятницу вернемся. Подтверждение на наших официальных каналах в Ютьюбе. Заходите.